1917 года, что в Российской империи его окрасили вот такими польскими тонами, и после восстания было принято решение, скажем так, проводить достаточно серьезную русификацию нашего края, то есть запрещать искоренять белорусский язык, и, естественно, от католичества тоже пошел такой серьезный отход. Католические храмы стали закрываться, католиков стали, например, монахов выселять оттуда, да, храмы передавать. Мы притормозим перед храмом и обратите внимание, да, у кого есть желание, можно зайти поставить свечку. Но недолго, ну минут 10, наверное, максимум. Вишнего. И, собственно, вот опять же, двигаясь по деревне, должны с вами понимать, что деревня достаточно большая, когда-то являлась местечко. Местечко такое пограничное состояние, да, между деревней и городом. И местечек было гораздо больше, чем у нас сейчас вот, городских поселков, да, скажем так, потому что очень многие крупные деревни, где сейчас проживает по 400-500 и больше человек, они чаще всего вот, исторически, в историческом контексте являлись именно местечками. То есть жители таких населенных пунктов занимались и ремеслами торговлей, там регулярно проводились, например, ярмарки, вот как в Воложине, предположим, да, два раза в неделю обязательно были рынки, базары такие. И, кроме этого, здесь же занимались и сельским хозяйством, да. Ну и опять же, любопытный такой факт, еврейскому населению, видите, можно было жить в местечках, да, можно было жить в городах, а в деревнях нет. Поэтому, зная о том, что здесь родился один из еврейских президентов, мы уже с вами можем сказать, что это явно была не деревня, это явно было местечко, потому что если бы иначе складывались обстоятельства, не могла бы здесь жить семья Шимона Переса. Вот такая вот история. Ну что ж, Вишнево сегодня у нас сохранилась также культовая архитектура. Есть здесь храм, церковь православная, также 19 столетия, того же 1866 года. Церковь освящена в честь Космы и Дамиана. Кузьмы и Демьяна. У нас так говорят тоже, Космы и Дамиана. Вот с левой стороны сейчас церковь, вы видите впереди. А также впереди виднеется костел, католический храм. Также могу вам сказать, что костел вообще начинал свою историю здесь вовсе не как костел, а как протестантский храм. Да, протестантский храм в 16 столетии, в 1560-е годы здесь появился, однако затем, уже, скажем так, с победой католической церкви все-таки, да, над протестантизмом, храм был у нас переосвящен, стал католическим и был, естественно, перестроен. То есть вот тот храм, который вы сейчас видите, был построен в 18 веке, но православная церковь в 19-м. Но с левой стороны, видите, каменная церквушка уже, хотя по форме она абсолютно такая же, точно такая же, как та, которую мы с вами видели. Угнездились хорошенечко возле церкви. Да, и дальше с левой стороны видим католический храм, Благовещенский католический храм.
что же, он к нам стоит спиной, тыльной своей стороной, апсидой. А мы сейчас подъедем чуть ближе. Если вы посмотрите назад, то увидите, конечно же, и фасад. Должна вам сказать, что в Вишнево когда-то, в 19 веке, находился достаточно неплохой металлургический завод, чтобы вы знали. Ну, я бы даже сказала, не завод полноценный, скорее даже, может быть, ну, некое небольшое предприятие, заводик, можно так сказать, но принадлежал когда-то Хребтовичам. Вот Хребтович очень известный род, и могу вам сказать тоже, что вот когда-то Хребтовичам принадлежали самые, наверное, успешно развивающиеся имения на территории Беларуси. Вот Щорсы, очень известные их имения. В Щорсах сегодня сохранились руины вот хозяйственных построек, руины дворца. Щорсы, кстати, выставлены в настоящее время на продажу. Там за несколько базовых величин, причем такое былое величие продается в настоящее время на аукционе. Вишнево тоже когда-то принадлежало Хребтовичам, но и Хребтовичи действительно славятся в первую очередь своей экономической кладкой. Дело в том, что в 18 веке стала популярна такая теория физиократов или школа физиократов. Она сложилась в Европе, но наши многие знатные люди, которые учились в европейских странах, они приезжали вот с этими идеями, что вообще, ну, физиократы. Они в первую очередь восхваляли крестьянский труд и считали, что крестьянский труд, труд на земле, это очень благородно. Это очень благородно, и от этого труда зависит благосостояние вообще, ну, не знаю, всего государства. И действительно это так, согласитесь, особенно учитывая, что очень долгое время наши земли имели вот такой аграрный характер экономики. Разумеется, в условиях крепостного права, которое у нас тоже, несомненно, присутствовало, крестьянский труд обесценился, как и вообще сама личность крестьянина. И Хребтовичи, которые действительно прониклись этими идеями физиократов, приехав сюда, затем на территорию Беларуси, ну, я имею в виду, отучившись, во всяком случае, в Европе, и Иоахим Хребтович, в частности, сделал следующее. Со всеми своими крестьянами, во всех своих имениях, он подписал индивидуальные контракты, которые освобождали их от крепостного права. Но эти контракты делали вот этих работников, да, которые когда-то были крепостными, наемными работниками, то есть, так сказать, сельскохозяйственным пролетариатом. Да. Эти самые наемные работники за свою работу получали землю, которую, ну, они ее арендовали, они могли жить на этой земле, получали деньги, разумеется. И обратите внимание, насколько это было здорово. Дело в том, что крепостной крестьянин, вне зависимости от того, сколько он работает, у него, в принципе, какого-то вознаграждения его труда абсолютно нет. Будем надеяться, что наш Горшанский замок вскоре хоть будет на уровне руин, но тем не менее вот башня сама превратится в некую музейную экспозицию, и горшаны будут принимать гостей, потому что вообще это довольно интересный регион сам по себе. Да, исторически интересный регион. Это мы только один краешек объехали с вами на Любекской пущи, а вообще, если углубиться, то там можно прям потеряться, можно в хорошем смысле этого слова. Так.
И снова фестиваль вас витает, сябры! А мы рады с встречи у майской пари. Для стен тут собрались рыцари, пани. Хай песни гучать тут, аж до свидания. Хай радуют души музыкал струны. И гуки летять, вашмяны, бароны. Мы ж вас запрошаем разом свято отзначить. И все тут своими вачима убачить. Вітаю, шановне панство, вельможне і ясновельможне, увесь люд посполитий, добрий день вам, у добрий час. Ми раді усіх вас бачити тут, хто зібрався на ювілейний регіональний фестиваль «Гальчанський замок 2019». Історія містечка Гальшани почалася у 1280 році і вона зв'язана непарівно з родом Гальшанських. Це був род знатних, багатих і вельможних панов. А представники цього роду займали вищі посади у Великому князстві Литовському. А видатні представники роду ну от посваталися і побраталися з великими князями. Многі з них були жінками, жінками великих князів. На прикладу, Ульяна Гальшанська стала жінкою князя Вітовта Кейстутовича, а Софія Гальшанська ощасливила короля Ягайлу. І, до речі, менавіта з яє почався знакомитий королівський род династії Ягеллонів. Для гальшанів початку 17-го століття оказався вельми значний період, бо менавіта у гэтый час на гэтай землі з'явився судовний палац. Гэты палац став гонором усяго великого князства Литовського, Руського, Жамойського і інших земляў. А задумав побудовать гэтый палац Павел Сапега, стрічний брат і Льва Сапеги. Замок був настолькі величний і пригожий, що його за багаття, за пригожость назвали кветкой, каменной кветкой Великого князства. Довгий час замок заставався у руїнах, але дякуючи державній програмі «Культура Білорусі» і спеціальному фонду президента Республіки Білорусь по підтримці культури і мистецтва, дякуючи виділеним сродкам на реставрацію архітектурного пам'ятника «Гальшанський замок»,
замок потихоньку почав, як фенікс пеплу, уздиматься з руїнов. І поступово, але уже зараз можно бачить, что замок будет жить. Уже амаль отремонтована, отреконструевана полночная вежа, якую вы можете бачить на свои власные очи. И уже с вересня она по плану будет сострукать своих первых гостей. Так что не пропустите этот момент. Шановные вельможные и ясновельможные гости и жихары Гальшанов. Thank you.
у него не было никаких шансов стать ее мужем, но она в результате вот так, по сути, прокляла весь свой род, сказав, да пропади, но все пропало. Вот она пропала, вот так. Ну, а действительно, уже в 16 веке Павел Сапега получил вот эти земли, и он как раз начал строить тот замок, который вот мы с вами видели, который с левой стороны сейчас от нас находится. Конечно, могу вам сказать, что Сапеги действительно очень знаменитый род, Лев Сапега в свое время прославил невероятным образом эту семью, да, будучи канцлером Великого княжества Литовского, будучи человеком очень значимым для государства. Ну и должна вам сказать, что когда-то у нас говорили, что Сапеги и Радивилы, вот самые влиятельные фамилии, баламутили всю Литву. Ну, то есть, вот поднимали на уши всю Литву, действительно, они конфликтовали между собой, кстати говоря, и за величие боролись друг с другом, две семьи, и действительно, в 18 веке особенно это приобрело размах, потому что тут такие серьезные междоусобные войны опять начались между знатными нашими фамилиями. Ну, Сапеги, можно сказать, уступили в этой войне, уступили Радивилам, но, тем не менее, род, конечно же, не менее знатный, не менее известный у нас. Еще подъезжаем сейчас мы с вами к церкви Святого Георгия. Обратите внимание, что касается церкви, с ней тоже связана интересная легенда. На этом месте раньше стояла деревянная церквушка. Вот то, что вы сейчас слева видите, та же Муравьевка, только уже 1901 года. То же, видите, они все похожи, абсолютно одинаковые, все церкви, которые мы с вами сегодня встречаем. Так вот, на этом месте стояла церковь, и якобы человек, некий, да, многодетный отец, у которого рождались дети, буквально каждый год, очередного своего ребенка принес крестить в церковь. А батюшка только вот новый батюшка приехал, да, говорит, ну, так обрадовался, говорит, что крестит ребенка. Говорит, пусть все каждый год рождается дома по ребенку, а у того уже, естественно, все, вот, как вы понимаете, уже накипело. Он говорит, тогда пусть каждый год в этой церкви умирает батюшка. Ну, умирает поп, сказал он. И вы знаете, действительно, все это происходило именно таким образом, как говорит вообще легенда, пока в 1901 году не построили новую церковь. Но сейчас вроде бы эти все смерти прекратились. А мы с вами, обратите внимание, сейчас подъезжаем к бывшему францисканскому монастырю. Францисканский монастырь рядом с костелом. Костел барочный 18 столетия, костел освящен в честь Иоанна Крестителя. Иоанна Крестителя, вот обратите внимание, мы с вами сейчас его увидим. Друзья мои, мы с вами сейчас внешне осмотрим этот костел, поедем в Бароны. Там, я думаю, что будет у нас возможность зайти. Здесь обращу ваше внимание только на храм. Храм действующий, храм сейчас работает. Что касается монастыря, тут несколько иная ситуация. Сейчас он у нас реставрируется активно. Францисканцам он больше не принадлежит. То есть это все пространство костельное, приходское. И вот, значит, строительство была замурована молодая девушка. И в связи с этим, ну, здесь происходят разные неприятные вещи. Всего о достаточно высокой степени зажиточности, да, у жителей Гальшан в свое время. Вот. Ну и кроме всего прочего, конечно, хочется вспомнить о Софье Гальшанской, также ведущей на этом празднике жизни. Рассказывала она немного. Про Софью Гальшанскую наверняка вы слышали. Если не слышали, просто об этой женщине нет, то имейте в виду, что есть множество художественных произведений ей посвященных. Есть у нас даже опера, да, Софья Гальшанская называется. Если не бывали, то вы можете попробовать посвящено событиям нашей белорусской истории. Дело в том, что великий князь Литовский король польский уже на тот момент, Ягайло, в свое время заключили соглашение о власти. Дело в том, что их отцы, Альберт и Гейстут, управляли в стране вместе. Это был очень яркий такой период хорошего, толкового правления, когда два человека не пытались один другого власть перетянуть, да, не пытались они как-то друг с другом спорить о власти, а наоборот, каждый занимался своими вопросами. Великим князем считался на тот момент Альберт, Гейстут тоже воспринимался населением исключительно так, и своим братом он воспринимался так, но, тем не менее, такого титула не имел. Да? Но управляли они совместно. Это был очень яркий пример такого дуумвирата, совместного правления. И вот это совместное правление продолжалось несколько десятков лет. Вели они государство к успеху, расширяли его территориально. Когда-то Альгерд контролировал, скажем так, вектор восточной политики.
очень удачно, наверное, покрасить. А может и очень удачно, наоборот, тогда розовый цвет придает им еще больше такой воздушности. Да, ну как-то очень интересно получилось. Хотя, да, изначально розовый, конечно.